посмотрим, как накручивать лен. Значит, лен лучше взять без соломы, без узлов. Так, рукой проводим, счищаем все лишнее. Вот. Чуть-чуть вот так вот на руке скручиваем его таким образом. Теперь вот так вот накидываем на резьбу, начинаем с края резьбы, с внутреннего края резьбы. Вот так вот накинули. И хвостик убираем. Вот смотрите, сверху хвостик. Это отводим назад. Вот так, назад. И хвостик убираем вот сюда вот под намотку. И теперь уже вот этим жгутиком вот так вот накручиваем с половинным перекрытием, вот так вот. Вот, то есть каждый следующий виток наполовину перекрывает существующий. Вот видите, вы уж извините, сам снимаю, сам наматываю, держать телефон некому. Вот теперь, дойдя до конца, смотрите, просто вот так вот остаток льна вот так вот потяните сильно, и остается вот такой вот хвостик. Его наматываем на бухточку, поплевав на пальцы, закручиваем все это вот таким образом. Теперь берем унипак. Унипак можно просто нанести, можно разгладить, это как желание есть. Я вот так вот беру тюлик и вот так вот. Вот так вот мажу. Лишнее все равно выступит. Вот. Жалеть ничего не надо, ни льна, ни унипака. Это ваши деньги. Чтобы потом не перемонтировать все, лучше не жалеть эту гадость. Все, вот нанесли. Руки мазать не буду. Можно, конечно, так разгладить все это, но это потом руки мыть. Так что это я снимать не буду. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.